В Тверской области активно идет уборка урожая и заготовка кормов. Зерновые культуры убраны на площади 30 тысяч гектаров. Валовой сбор составил 70 тысяч, почти на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период в 2018-м. Также на 1 000 тонн увеличились прошлогодние показатели по валовому сбору картофеля. По последним данным, лен вытереблен на площади почти 3 500 га. Травы скошены на площади более 100 000 га. Заготовлено 123 тысячи тонн сена. Кроме того, под озимые сельхозкультуры спахано порядка 9 000 гектаров сельскохозяйственных земель.